1 мая в разных городах Польши начали работу мобильные пункты для вакцинации населения от COVID-19. По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, такой способ позволил гражданам, которые желают пройти вакцинацию, получить прививку от COVID-19 без предварительной регистрации. Люди могли получить вакцины Johnson & Johnson, которые требуют одноразового введения дозы в организм. Вакцинироваться можно было просто прогуливаясь по городу. Необходимо было взять с собой документ.